Вот так. Лево. Сильно болит. Да. На полную. Да, я или нажимаю, так. Нет. А вот так. Оу! Бачишь? А вот тут. Неприятно. Не нравится где-то. А вот так что? Оу! Еле нажимаю. Тут меньше, да? Угу. А вот так. Ну, неприятно. Ну, типа, если щекотка, это все равно, что боль. Щекотка – это воспалительный процесс. Вот тут дети щекочутся, то воспалительный процесс. Вот так что. Так. Ну, нормально, в смысле, нормально. Нормально. Хорошо. Так, голова поворачивается. Раз. И все. Так, это же тянет. Запомнила, куда боковые зрения достаю? Тянет шея или нет? Угу. И сюда. Запомнила, как достаю? Угу. Так. И левками вона поворачивается. Левками поворачивается, не мягко. То есть вот тут все стя. А сколько лет? 38. Ладно. А ну-ка еще раз руку показываю, как вона рука. Запомнила, как вона рука, да? Вот запомнила сейчас? Ну вот это я усилия прилагаю. Чтобы раздуй, раздуй. Да. Да, вот так вот могу. И сжимаешь тоже погано. Ну, вот тут все натянуто. Все натянуто. Да. Хорошо. Запомнила как, да? Вдыхай, запомнила, как дышишь. Запомнила? Вешай руки, руки вешай, лоб ложи сюда. Надо вешай руки. Ты из-за этого тупишь, забываешь усе, наверное. Или память хорошая. Угу. Да? Помнишь? Что сейчас, голова закружилась? Да. Что, может по рукам что-то пришло, по ногам? Ничего? Ну, оно как онемело, но голова закружилась сразу, когда я была... Что онемело? Оно как... Все, руки да. И ноги тоже, да? Или нет? И голову, руки? Ноги нет. Нет. А голова закружилась. Хорошо. А ну-ка вдыхаем, пробуем. Больше вдыхаешь? Так же, хорошо. Руку давай пробуем. Пока ничего не меняется. Mm. Ну и хорошо. Это плохо. Вернее, ничего хорошего. Ну-ка, повертай голову влево. Тоже ничего. Так, а ну-ка повертаемся ко мне так. Раз. Делаем вот так. Все, голову. Хрустнуло, тут же лопатка вся хрустит, сюда питание не доходит, это плечо-лопаточный периартрит. А что, мы еще курим, да? Угу. Курить надо сейчас бросать, потому что курение еще... Уже на электронный перезвон. Еще больше... Чтобы бросить. Спазмировать, еще больше панические атаки будут. Что сейчас, голова закружилась? Нет, голова нет, она вот это онемела. Як онемела? Она не была. Ну, она как ватная стала, вот сейчас... больше как мурашки пошли. Сейчас пішли мурашки? Да. Це ж хорошо. Чи погано? Як ти думаєш? Так я же не знаю, правильно? А ну-ка пробуй зараз руку. Не замечаєш нічого. Чи щось помінялося? Mm-mm. Вообще нічого не помінялося. Ну, вот так же, я когда ее... Говорю, нічого не помінялося? Ні. Хорошо. Ідем сюди. Короче, тяжело случай, да? Куда я? Так, скажи. Що ти тепер знімай штани, ідем сюди. Та случай, конечно, тяжелый. Ты же мне сказала, что ты мене просто рука, а тут оказывается и панические атаки, и не дыхаешь. А все нормально, нема панических. Не, это все будет лечиться. Все... Подходим сюда. Это все будет лечиться в комплексе, не так просто рука. Рука – это следствие. Так, что колола тут? А, эти, мавали. Как это? Мавалис. Невропатолог прописал. То есть противовоспалительный препарат. Да, ну я уже его не колю. Да ничего сейчас не колут, не надо. А ну-ка вот так что? Правая. Право. А рука лево, да? А так? Ничего, нормально. А так? Нормально. Так. Лево. Ага. Так. Сильно болит. А так? Хорошо. Угу. А что ты кажешь? Ну, тебе не важно. Колени тебе не важно. Главное, чтобы руку было. Левая болит. Вот так что? Ой. Вот это все сильно больно. Левая, да. Хорошо, ну давай ножку сюда. Сильно болит. Так. Терпимо. Терпимо. Ну-ка я тебе ножку. Так. Ой. Ой. Да, конечно, можно силы сделать. Так, подожди. Колено левое, рука левая. Левая сторона вся затянута. И тут лево больше болит. Главное, что не инсульт, правильно?
це не інсульт. Це крепкий міофасциальний синдром, щитовідка тут взагалі не при чому. Не вздумай щитовідкою нічого робити, бо стане ще хуже. Так? Звісно. Тіла резинка. Робили хвостик. Що їй, тебе спазмірувало все. А коліно давно болить? Та я на нього не обращаю внимання. Когда по сравнению с рукой, руку, если б не рука, як болить рука, все уходи на задній план, да? Да. То есть самое главное рука. Ну, я просто когда... А як с паническими атаками ти привикла так жити? Я гидазепамчика выпила, все хорошо. А, так ти ще на гидазепамчики. Так не, надо... ну это не, вы шо, это очень редко. Угу. Як паніка? Раз в год. Так я вот, що, паніка редко происходит? Да. Я сейчас еще дам капли. Надо буде пить капли, ті, що розслабляють мышцы. Дам компрес, будемо ставити компрес отак, смарлечку вдвоє, а так зверху донизу, потім плійоночкою або пищевою пленкою вмотатися, щоб воно буде гріти час, полтора, сіко грітиме, сіко держатиме. Не важно, можна ходити, лежати, сидіти, що хочеш робити. Но ж його держати. Він розслабляє дуже мышцы. Обезболивание, потому что даже наркотические препараты не помогают, а цей компресс обезболивает. Так, а массаж робили як? Что робили при массаже? Спину, шею, что делали? Все, и ноги, и спину, и шею. Угу, не помогало, да? А что ты так ногу поставила? Тебе удобно так ногу? Да. Згинать неудобно ей, да, если она подвинута? Вот так вот, если? Да. Нет. Болит выкрепливая сразу. А, чего? А фиг его знает. А то, что оно укорочено тут, оно же біля пятки я давлю, всегда лишний нерв воспаленный. А так веди, если вот так поставишь, и вот тут ось, вместо вот этого виновата. У меня в прошлом году было защемление сюда. Та сейчас оно по тебе все начнет проходить. У меня таких, как ты. Что, я не одна такая? Та таких, як ти, куча, просто куча, такий, типу, що вийшов, панічні атаки в нього були такі, що він отак лампочку голову підняв закручувати і впав, сознання потеряв. І це 2 роки ми назад його лічили, нормально було, зараз 2 роки пройшло, опять паніка вернулася. І він почав це їздити, 5 чи 6 сеансів поїздив, і паніка пройшла, неуче йому стало. Все, каже, вже треба працювати, а його ще треба лічити і лічити, і подавлення нормалізуватися стало. А він з западного на маршрутках їздить. Ого. Да. Ну а що робити? Там його 4 залічили так. А йому 30 з чим, то до кого. Закапали, закололи так, що в нього пот воняв. Фіназепамом, гедазепамом, всякими препаратами. Понятно? А воно все одно йому не пише. Якщо тобі там легше стає, як ти фіназепамом випишеш, гедазепамом, то йому не ставало. Йому, а в нього жінка беременна була. А йому каже, та це все народ, от тебе перестане все. Вже і жінка родила, йому все хуже і хуже. І то він поїздив тоді сеансу 10 чи 15. Отпустили його, він пропав на 2 роки. Зараз, кажу, опять затягнуло. Що зараз? По ногам що то? Болить. Ні, от там, де трьоться, там болить. Де я тру? Болить оце все? І це ще на обезболюючому, чи ні? Ні.